Сегодня в Челябинске работает делегация чешских бизнесменов. Они ищут на Южном Урале деловых партнеров. Например, предлагают поставлять на фермы региона инкубационные яйца и производить в нашей области детские коляски. Чехия – перспективный партнер для южноуральцев. Только за первую половину года товарооборот с этой страной вырос вдвое. Мы поставляем продукцию химической промышленности и черной металлургии, а нам – оборудование для заводов. Достаточно сказать, что в 2014 году оборот между нашими территориями составлял 45 миллионов долларов. К сожалению, в 2015 году было практически больше, чем двукратное снижение по объективным и понятным причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться с вами, наверное. А зато в 2015 году, уже в 2016 году мы видим за первое полугодие положительную динамику, которая вселяет оптимизм. Чешскую делегацию возглавляет чрезвычайный посол в России Владимир Ремик. Он привез с собой представителей 8 чешских компаний. Они предлагают экспортировать на Южный Урал инкубационные яйца породистых кур. И еще планируют совместно с агрокомплексом Чурилова выращивать грибы. Для целого ряда компаний чешских является традиционным партнером. Несмотря на некоторый спад в известных прошлых характеров, в этом году наблюдается рост товарооборота или обмена импорта-экспорта. И что интересно, не является только односторонним движением, это двустороннее. Будем надеяться, что это будет так и развиваться. Добавлю, что уже сейчас на территории региона действуют чешские инвестпроекты. Например, в Магнитогорске на площадке технопарка работает предприятие по производству станков для металлургии. Там же планируют запустить завод по выпуску детских колясок. А чешская компания «Энком» сейчас поставляет оборудование для южноуральских котельных. Кроме того, обслуживает тепловые сети в микрорайоне Парковом.